Говорят, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В нашем шоу «Сердца за любовь» все по-другому. На 5 девчонок сотни парней, и у каждой есть 1000 баллов сердец, на которые она может выбрать себе лучшего спутника. Парни сами назначают себе цену. Я себя оценил 100 баллов, потому что считаю себе все самые лучшие качества для мужчины. Захотелось мне так. Но есть подвох. Девушки делают ставки вслепую, не видя парней и зная о них лишь то, что они указали о себе в анкете. Ну что, девочки, по 500? Да, мы со дна не нужно брать. Давайте возьмем за 300. После ставок девушек у парня будет 30 секунд, чтобы произвести впечатление. Я больше всего люблю коньяк, еще больше люблю арманьяк. Мы завезли новую партию музла. А, то есть ты мне готов сделать предложение? В смысле? От него зависит, будут ли за него бороться. Я ва-банк иду, ва-банк, возьми меня. Девочки, давайте заткнулись все, все-таки я его выбрал. Ты видел, как он на меня смотрел? Или сольют. Нет. Уходи, уходи, уходи. Ой, не, пас. Пас. Если парень не понравится, девушки могут отказаться от него. Не удивил. Я пас, я английского не сильна. Забирай. Но их первоначальная ставка все равно сгорает. Все сердечки также сгорят, если девушка пошла ва-банк. Да я же сказала ва-банк, он меня все равно не выбрал. Пока. Если несколько девушек пошли ва-банк, то тогда уже парень будет решать, с кем он отправится на свидание. Давай уже, выбирай. А двоих можно выбрать? Прямо сейчас 5 девушек вступают в борьбу. Ну что, сыграем, девочки? Знакомьтесь с сегодняшними участницами шоу. Софья, 19 лет. Эту девушку ждет большое будущее. И в этом будущем ей нужен настоящий мужчина. Маменькиным сынкам просьба не беспокоить. Анастасия, 18 лет. Мягкая и пушистая, но при необходимости покажет коготки. Ищет надежного мужчину без финансовых проблем и вредных привычек. Луиза, 26 лет. Очаровательная королева сердец. В любовных делах доверяет только своей интуиции. Ищет симпатичного парня из хорошей семьи. Татьяна, 19 лет. Спокойствие и целеустремленность – ее жизненное кредо. Училась в Испании, но сбежала. Скучно. Ищет веселого, уверенного в себе парня. Анна, 22 года. Ее необычная красота способна остановить мгновение. Уверена, главное достоинство парня у него в голове. Ищет напористого интеллектуала. Давайте за 200. Давайте лучше за 500. Куда ты все настащишь? За 500 давайте. Ну давайте за 500 лучше, сразу. Я тоже думаю, что лучше за 500. Зачем вам такой уровень? За 300. Всегда показатели 500, что это будет какой-то принц. Девчонки, ну это сейчас первый парень будет. Давайте за 300, а потом будем повышать. Хорошо. 300 такая середина золотая. Владислав, 20 лет. Учится на врача. Работает фитнес-тренером. Признается, что при всей банальности ему больше всего нравится проводить свободное время с любимыми людьми. Мечтает об отзывчивой и искренней. Я, пожалуй, играю. Если он не подходит вам по возрасту, то мне как раз в самый раз. Тем более фитнес-тренер, 20 лет. Это вы у нас немного староваты. Ну, прокачает хотя бы. Я пас. Я тоже пас. А я, пожалуй, сыграю. 20 лет. Пусть он меня немножко младше, но фитнес-тренер. Я одобряю. Я тоже играю. Я себя оценил в 300, потому что я считаю, что мне есть куда расти, мне есть к чему стремиться, я еще многого не достиг. Мне нужна какая-нибудь смелая девочка, которая сейчас выйдет со мной, я буду кое-что делать. Я хочу. Можно? Поехали. Ой, это я люблю. Поехали. Садись ко мне на спину. На спину? Давай, да. Ты выдержишь? Конечно. О, офигеть. Ой, вау, вот это качок, даже такую выдержал.
Он не сломается? Ничего себе. Да, а тебя можно пощупать? Я смог с собой отжаться, но я знаю, что для девушек главное отжимание. Для девушек это главная искренность. Уделяйте время, уделяйте внимание. Я готов вам это давать, кто мне выберет сегодня. Спасибо тебе большое. Луиза, сядь уже на место. Ой, а ты не завидуй. А огнетушитель зачем? Я сегодня пришел найти девушку, в которой, в сердце которой я устрою пожар. Я хочу его потушить, но также мне очень будет приятно, если кто-то из вас создаст пожар в моем сердце. Я повышаю. Мне нравится. Я повышаю. У тебя настолько красивый торс, а ты можешь снять кофточку? Без проблем. Оу-ля-ля. Оу. Девочки, берите, это ваш шанс. Мы с тобой прекрасные. Немножко пролетели, да, Анют? Я повышаю. Боритесь. Я, пожалуй, тоже повышу. Как только я снял кофту, сразу все повысили. Нет. Меня это обижает. Я первая пришла к тебе. Девочки, если вы не поняли, я иду ва-банк. Я думаю, идти мне ва-банк или не идти? Идти, конечно. Зачем он тебе нужен? Иди, иди. Ладно, я тоже иду ва-банк. Я иду ва-банк. Я считаю, что выбор уже изначально был сделан. Вот. Мне нравится девушка открытая, которая сразу не зажимается, которая сразу начинает действовать, поэтому... Соня, ты просто... Ха-ха-ха, девочки, помеха. Ты это поворот. Луиза мне понравилась своей открытостью, то, что она сразу начала действовать. Я люблю ребят, которые ухаживают за собой. Хорошая фигура и открытый, вообще не легок. Луиза привлекательная девушка. Она знает, чего хочет, поэтому надеюсь, что у нас не все получится. Я думаю, что у нас с Ладом возможно развитие событий. Для начала мы просто пообщаемся, а дальше будет видно. Если честно, я, конечно, расстроилась немного, но уже ничего не поделаешь. Ну, в общем, я считаю, что, не знаю, либо он не разглядел, там, зрение, возможно, у него минусовое или еще что-то. Я не разочарована, как бы я, потому что с самого начала сейчас сомневалась как-то более-менее, а я все-таки решила пойти ва-банк, но в итоге я не разочаровалась. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Ольга, 31 год. Девушка-банкир. Прекрасно готовит, сумеет покорить сердце любого мужчины. Ищет того, кто будет любить ее любой. А зачем ты сюда пришла? Для начала, здравствуйте. Добрый Привет. День. Я сюда пришла с целью, девчонки, а доказать вам, что вы никчемные создания. Найти себе классного парня и с ним уехать. Пока не знаю, куда. А уедет ли он с тобой? А в студии появляется следующая участница. Регина. 30 лет. Девушка, богатая духовно. Полностью посвятила себя саморазвитию. Ищет мужчину с мощным потоком энергии ЦИ. Ну, привет. Добрый день. Привет. Это самое нарядное платье? Это мой любимый цвет. В отличие от вашего черного, который, я так понимаю, самый траурный. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Ольга, 25 лет. Девушка-волчица. Ее бешеную страсть может выдержать только парень-волкодав. Такому Ольга готова подчиниться без лишних слов. Давайте за 500. Я согласна за 500. Давайте, девчонки. Девочки, играем за 500? Играем? Играем, рискнем. Алексей, 26 лет. И по профессии, и по призванию – постановщик праздников. И на работе, и в жизни организует праздники для взрослых и детей. Его идеал – жизнерадостная и активная прелестница. Я играю. Я играю, попробую. Может, мой праздник здесь. Я играю. Этот мой. Пора сделать свою жизнь чуточку веселее. Я оценил себя в 500 баллов, потому что я
Думаю, я выгляжу на эти 500 баллов. К тому же у меня много навыков, много опыта выглядит на целых 500 баллов. И, ну, я думаю, что доставляю людям праздник, доставляю людям улыбки, поэтому должен быть всегда высший балл, чтобы держать марку. Вы принесли мне винишко? Добрый день для начала. Привет. Нет, это не похоже на вино. Виски? Это более безалкогольный напиток, но он немножко холодный. Я знаю, что... Минус 196 градусов. Что... Знаешь, что такое? Ну, конечно. Что это такое? Это холодный... Давайте, плесните. Холодная вода? Холодный азот. Азот, в принципе, холодный, поэтому он и есть. А сколько у вас рост, простите, пожалуйста? Я просто боюсь до вас не дотянуться. 170. А можно я встану рядом с вами посмотреть, как я буду смотреться? Подходи ко мне. Отвратительно смотритесь. Угу. Ты портишь его. Так у меня каблуки. Если снять каблуки. В принципе, всей внешностью своей его портишь. А у вас тут что-то можно понюхать? Давай сделаем так, смотри. Минус 96 градусов, да? Ага. Как думаешь, опасно, не опасно? Ну, для нее ничего не опасно. Можно просто понюхать. Да, давай лучше подуй для начала. Подуй, подуй. О, боже! Вот, и чтобы доказать, что все безопасно и все хорошо, я вот выпью за тебя. Безопасно? Безопасный секс бывает только. Ну, у меня просто безопасная выпивка азота. Вот, поэтому, чтобы было безопасно, смотрите. Я выпью за всех вас. Ты, это на... Поцелуй его теперь, проверим. А теперь, скажи мне, пожалуйста, ты смотрела фильм «Титаник»? В глубоком детстве. Это было давно. В глубоком детстве, да, отлично. Да. Помнишь, да, Леонардо Ди Каприо, я они не фанат. Стоят. А, не фанат? Я помню, я просто помню. Просто вспомним ту сцену, где они стоят на корму. Мне кажется, мы как корабля. Раз так смотрим. Вот, если кстати, вы чуть-чуть да. бы так... Надо сделать простите. Второй этаж просто. Что тебе нужно будет сделать? Тебе нужно будет повернуться спиной ко мне. И прыгнуть с носа. Без всяких хитростей, без всяких... Просто повернуться спиной ко мне. Вы там нальете, мне прическу будете делать? Нет, руки в стороны. Мужчина только нет. Руки в стороны пошире, да. Пошире руки в стороны. Вот, и... Я сейчас буду все плавать. Остальные мне я помогут, досчитаю до трех. Все вместе сможете? Я плавать собралась. Точно? Итак, на счет 3-4 все считаем до трех. Готовы? Смотри, что как это смотрят они. Они меня хотят давай, избавить. Давай, у нас много конкурентов. Они на это рассчитывают, так что да. Готовы? Готовы, давай. 3-4. Раз, два, три. Обводилась? Слушайте, меня так никто не клеил еще. Господи. И можно же, конечно, его потрогать руками. Да подождите, вы потрогаете другую. А, отлично. Тогда я к каждой подойду. Не, вы опасны, я не хочу. Я хочу потрогать. Давай. Хочешь потрогать? Отлично. Давай для начала подуем. Подуйте сначала? Да, просто подуй. А долго сохнут-то, простите? Буквально 10 часов все пройдет. Щеднуть? Это шутка. Нет, а теперь можно твою руку? Конечно. Вот. Готова? Да. Раз, два, три. Ничего не случилось. Мне кажется, это твой типаж. Обжигает. Это твой типаж. Обжигает. Повышаем. Повышаю я. В смысле? Кромысли. А я еще повышаю. Ой, ну мне кажется, он несерьезный, я пас. Ва-банк. Я иду ва-банк. Боже, девочки. А мне интересно, ты сейчас с кем живешь? Один. А родители твои где живут? А в другом городе. А ты уже хочешь перебраться к нему? Я иду ва-банк. Самое главное, что он не живет с мамой. Молодой человек, вы, конечно, извините, но мне кажется, я пас. Ну что, девочки, теперь я выбираю. Женечка, пойдем. Это не Женечка? Танечка, пойдем. Подойди. Да, в общем, ему без разницы, как Танечка, тебя пойдем. Называть. Главное, что 19. Просто тебе идет имя Женечка вы еще. Вы понимаете, вы выучите сначала ее имя, а потом уже выбираете. Да ладно, пускай этот колхоз идет. Я думаю, что у нас с Таней отношений никаких не получится, потому что она по возрасту ей 19 лет, она еще маленькая. Было горячо, и я поняла то, что в наших отношениях будет все так же горячо, ярко, запоминающе и... Я думаю, надолго. Вы, конечно, девчонки, сидите здесь. Вам ничего здесь не светит. Посидите. Все равно вам делать нечего. Да, правда. Часок-другой вдруг найдем.
Ну, видимо, сейчас интеллект не в моде, и мой возраст тоже для него стал какой-то проблемой. Ну, зачем-то 19-летняя стала нужна. Я ради Алексея пошла ва-банк, а в итоге осталась без парня. А в студии появляется следующая участница. Дарья, 25 лет. Горячая штучка. Любит заигрывать с парнями, но знакомиться поближе не спешит. Ищет парня, с которым можно безопасно пуститься во все тяжкие. Здравствуйте. А вы ничего не нашли, кроме пижамы? Не, вы знаете, мне не нужно наряжаться, чтобы быть красивой. У меня и так все хорошо. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Наталья, 25 лет. Истинная леди с идеальной фигурой. Любит умных парней с твердой жизненной позицией. А вы знаете, что колготки в сетку уже не модно? А что, модно длинное платье? Ты что, с рынка его купила? Да, конечно. Сразу видно. Где ваши колготки куплены? А в студии появляется следующая участница. Алина, 20 лет. Девушка с добрым сердцем. Уверена, внешность не главное. Ищет парня, с которым можно и в люди выйти, и на край света пойти. Давайте сотки начнем. Здесь много новеньких, поэтому мы вообще никого не посмотрим, видели. Посмотрим, что есть. Я настаиваю на 300, вы новенькие, вы, в принципе, здесь ничего не знаете еще. А давайте 300, потому так, что... Так, здесь что, дедовщина, что ли, какая-то уже? Почему нет? Если вы хотите мужчину за 100, я очень себя люблю, я хотела бы вообще за 500. Но 300 — это самый оптимальный вариант. У тебя всего 500, куда ты? О, господи. За 100 можно и повысить, например. Давайте за 100, я согласна. Владимир, 29 лет. Надежный брюнет. Играет в театре и мечтает стать актером. Ради девушки с миловидным личиком готов на все. Это я. Это я. Это я. Это я. Это я. Я люблю творческих. Я играю. Да, я тоже играю. Я тоже играю. Мне нравятся творческие личности. И я играю. Я за. Я серьезный парень. У меня есть высшее образование. Я сам юрист. Привет, плохой девчонки. Парень. Привет, привет. Здравствуй. Вот. С чем пришел? Я ни с чем, я сам юрист по профессии. Как юрист? А актер? А актерство — это мое хобби. Я играю девочка. В театре в Сергее Посадском. Ух ты, какие да. спектакли? Мюзикл. Юнона какие роли Авось. У тебя? Приходите, я вам покажу. Нет, расскажу. Подождите, приходите. Может, у вас там два стула будет, и мы тут в пятером придем. Я танцую, я могу вальс танцевать, могу танго танцевать. Танцор. Да, я танцор. Скажи, почему ты так ходишь туда-сюда? Ты же привык к публике уже, ты должен уверенно себя чувствовать. Движение. Переживаю. Вы очень красивы здесь все. Так, я пас. Мне не нужен уверенный. Пас. Я пас. Ну ладно, девчонки, другой раз. До свидания. Удачи. Удачи тебе. Не расстраивайся, это игра. Расстраивайся. Да все они стервы, в общем, ищут каких-то клоунов, похода. И не знаю, сейчас там придет, какой он будет там кукарекать, там, не знаю, его выберут по-любому. Так, ну что, может быть, за 500 посмотрим? Давай за 300. Красавчик. 300. А потом уже за 500. Да, у меня уже нет баллов. Тогда без вариантов. Ну давайте что, за 300. Давайте за 300. Играем. Алексей, 26 лет, массажист с большими добрыми руками. Собирает старинные монеты и подрабатывает моделью. Покорится длинноволосой красотке. Я играю? Играю. 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 Я играю, я хочу массаж. Я себя оценил в 300 баллов, потому что я еще... Довольно-таки скромный, не люблю завышать себе оценку. Ковбой, здравствуй. Добрый день, девчонки. Здравствуй, красавчик. Как ваше настроение? О, ты мне уже лично себя увидели, сразу лучше стало. Мне тоже, я прямо вот сейчас ослепну от красоты. Вы все такие яркие, накрашенные, красивые, глазки блестят. С волосами, с нарощенными. Да-да-да, что ты хотела спросить. Зачем тебе девушки... С нарощенными волосами, если есть натуральные. Ты хочешь девушку с длинными волосами? Да. Мне все, не важно, нарощенные, не нарощенные. Мне не нравятся девушки с короткими волосами. Все, девушки. Все, девушки, отсекай. Стоп, то есть я тебе не нравлюсь, да? Они у меня по плечи. Если ты отрастишь волосы, то, возможно, в будущем, если мы с тобой где-то встретимся, все возможно. Я не нравлюсь? Смотри, у меня свои волосы.
Она так что сказала, а, что нарочные. Я же массажист, мне надо на ощупь все потрогать. А может, вы, а может, вы мои волосы потрогаете? Да. Хвастается только волосами. О, если парень выбирает только по волосам, это как, да, насчет массажа? О, да, это я об этом мечтала. Массажировать-то нечего. А что вы там массажируете, простите, вот? Слава богу, я туда не знаю. Ты хочешь твой жирок, чтобы размяли? Ну, вам раздеться надо. А волосы? Не хочешь? А волосы я уже понял, что дергать они настоящие. Дергать я не буду. Ва-банк. Нет, я пас. Мне кажется, мне нужен парень поумнее. Пас. Ой, дуры вы, бабы. Ну, иди со своим массажистом. А самого лучшего нашла покорного массажиста. Отвечаю. Вот это массаж тебе будет заниматься. Ой, даже удержал. Я выбрал именно Таню, потому что она поразила меня красотой своих глаз. Выбрала себе такого симпатичного и прекрасного массажиста. Будет мне ноги массажировать. Наше совместное будущее с Таней, возможно, таки продлится и долго. Трудно предугадать. Поживем, увидим. У нас с Лешей, я думаю, получатся совместные услуги массажа. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Ольга, 22 года. Любит красивую жизнь и дорогие подарки. Считает, что мужчина должен завоевывать любимую. Верит в принца на белом коне. Давайте играть за 100. Скорее бы она уже ушла с кем-нибудь. Давайте 100, чтобы ушла. Пойди. Ну ладно, поддержу. Играем за 100. Окей. Александр, 30 лет. Мужчина с необычным тембром голоса. Не потерпит предательства и будет бороться с несправедливостью. Ищет Мерлин Монро с голосом Жанны Агузаровой. Я попробую. Я думаю, стоит попробовать. Играю. Хорошая история. Играю. 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 Творческий, положительный, без вредных привычек. Вот, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. Привет, девчонки. Привет, здравствуй. Я просто смотрю на ваши ботинки, и знаете, такая поговорка есть. Миф. Они не желтые, миф, да? Нет, нет, есть миф. А зависит? Миф? Мужская сила. Он не понимает, от размера ноги. А еще я слышала другую версию. Нет. Не зависит. О, ну тогда уходи, все. Зависит? Почему нет? Так, а там что о творчестве-то было? Я понял, о чем вы, господи. Да, конечно же, конечно же, да. Зависит, да? Смотри, как быстро переоделся. Зачем ты переспрашиваешь? Забирай, муж хороший тебе будет. Я пас. А вальс можете с ней? Пожалуйста. Давайте. С удовольствием, с удовольствием станцую вы. Я не поняла, она только пришла, уже танцует. Раз, два, три. Раз, два, три. Опять? А петь где? Петь. А где песня? Но ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом уходим, катались в колесе. Все, они нашли друг друга, забирай. Колесе. Я пас. Колесе. Я пас. Почему? Правда, ну почему? Ну почему? Ну почему? Мы научимся, мы все научимся. Все будет хорошо. Он слишком настойчив, смотрите, испугал. Я просто не люблю людей, которые поют. Я уговорил, иду ва-банк. Пас. Счастья вам, детишек побольше. Боже. Спасибо, любви вам. Пока. Пока. Давайте, давайте. Она понравилась мне тем, то, что у нее есть какая-то искренность. Мне показалось, что он очень импозантный, такой вот интересный, умный молодой человек. Еще он красиво танцует, красиво поет. У нас с Ольгой в дальнейшем отношения, возможно, получится, возможно, нет. Это нужно поближе узнать друг друга. Мне кажется, нам будет интересно и весело вместе. Ну что, девочки, мы никого не нашли, но я вообще не расстроена, потому что такие парни мне не нужны. Зато у нас есть мы. Девочки! Скажем так, мы королевы, короля не нашли, но все, все, да, в наших руках, все, хорошо. Все в наших руках, значит, встретим свою судьбу. Это лучше, нежели, да, сейчас ушло. Лучше не с кем, чем с кем попало.